Всем привет, друзья! Вы на канале Game Over, с вами Иван. И сегодня у меня гайд такой, наверное, скорее всего, для новичков, кто впервые знаком со Steam. Многие, наверное, задавались вопросом, как сменить ник в Steam. Делается это очень легко. Сейчас я вам покажу вариант. Раньше, короче, был самый легкий. Вы заходили в свой профиль. Сейчас покажу. И вот здесь вот, нажимая на профиль, здесь можно было поменять свой никнейм. Но, к сожалению, это сейчас уже не работает. Также можно было раньше зайти в настройки в Steam. И здесь была графа «Друзья». Вы заходили в нее, нажимали на графу «Друзья». И также там можно было поменять свой профиль. Там была графа «Сменить ник». Name, но сейчас это все не работает. Сейчас все делается намного проще. Вот здесь графа «Друзья». Вы нажимаете «Сменить аватар». Дальше вот здесь вот имя профиля просто. Нажимаете, вводите, какой вы хотите никнейм. И просто нажимаете «Сохранить изменения». Все, у вас автоматически все сохранится. Никнейм поменяется. Не надо выходить из Стима. Перезагружать Steam. В принципе, наверное, вот как-то так. Все делается легко. Всем, кому понравилось, лайк и подписка на канал. Пока.